Ну так хорошо шла, а что-то пошло не так, черт. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Очень многие просили, писали в комментариях: Дарья, пожалуйста, разбери песню Дора, младшая сестра. Почему-то нет ни одного нормального разбора на YouTube на эту песню. Тем более я не могла очень долгое время найти нормальные аккорды к этой песне, потому что то, что я находила, оно не звучит. Это вообще абсолютно не то по гармонии в этой песне. А потом, в один прекрасный момент, я вспомнила, что я же закончила на учителя музыки учиться. Взяла укулеле в руки, что-то там подобрала, и это сработало. Не зря проучилась, Дарья, молодец. Поэтому сегодня я научу тебя играть песню Доры «Младшая сестра». Конечно, все будет с простыми аккордами, с боем, но при этом она у тебя будет звучать супер круто. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня на этот год есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Мальчишки сходят от меня с ума, я им как младшая сестра, я им как младшая сестра. Заварю всем чай и уложу всех спать, а потом скажу, что его дева дрянь ходит налево, и об этом знают все друзья. Он мне скажет да, скажет ты права, а потом вернется к ней в кровать. Мальчишки исходят от меня с ума, я им как младшая сестра, я им как младшая сестра. Заварю всем чай и уложу всех спать, но почему же ты выбираешь их, кукол без лжи, что не хотят любви? Но когда внутри сердечко заболит, снова ты звонишь, снова мне звонишь. Примерно так будет выглядеть у тебя эта песня, а теперь погнали ее учить. Разбор на укулеле. Короче, в чем прикол этой песни? То, что по сути там базовые аккорды, базовый бой, но мы это так смешаем красиво, что все скажут: вау, как круто у тебя звучит. Начнем как раз таки с аккордов. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, потом вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Следующий аккорд, аккорд С. Мы зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Понадобится нам аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. У нас тут будет еще аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. И последний, заключительный, пятый аккорд, аккорд АМ. Мы просто зажимаем четвертую струну на втором ладу. И получается ЕМ, С, G, D и АМ. Да, в куплете и в припеве будет разная последовательность их. В куплете у нас будет ЕМ, С, G и D. А в припеве C, A, M, E, M и G. Теперь, а что касаемо первого куплета? Первый куплет мы будем играть с вами арпеджио. Если вы до сих пор не знаете, что это такое, на канале есть целый видос, обязательно посмотри. Так вот, у нас будет с вами арпеджио следующее. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Это будет у нас звучать на один аккорд. То есть как бы мы спускаемся сначала вниз, потом возвращаемся и играем еще плюс третью струну. И получается. Соединим теперь с аккордами куплета. Так мы будем играть целый первый куплет. Единственное, когда мы будем петь строчку, а потом вернется к ней в кровать на аккорд G и D, мы будем играть по одному разу. То есть получается. А потом вернется к ней в кровать. Давай теперь полностью соединим первый куплет. Мальчишки исходят от меня с ума, я им как младшая сестра, я им как младшая сестра. Заварю я
А потом скажу, что его дева дрянь ходит налево, и об этом знают все друзья. Он мне скажет, да, скажет, ты права, а потом вернется к ней в кровать. Разбор на укулеле. Далее в припеве мы с вами уже начинаем играть бой. Бой следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Его мы будем играть один раз на каждый аккорд. Получается... Теперь спеем. Мальчишки не сходят от меня с ума, я им как младшая сестра, я им как младшая сестра, заварю всем чай и уложу всех спать. Но почему же ты выбираешь их кукол без души, что не хотят любви? Но когда внутри сердечко заболит, ты снова и звонишь, снова мне звонишь. Ну, так на протяжении, короче, всего припева вы поняли суть. Что касаемо второго куплета. Во втором куплете суть примерно та же самая, но на первые четыре строчки мы играем тот же самый перебор, что было в первом куплете, то есть... А со слов уже «поздней ночью ты придешь ко мне домой» мы начинаем с вами играть 6 ударов вниз на каждый аккорд. По-другому мы называем это «роскерный удар». Большой палец покинул чат. Сейчас покажу, как это будет со словами. Ты не понимаешь мои чувства, для тебя как мягкая игрушка. Я знаю то, что между нами дружба, твои губы для меня ловушка. И тут пошел роткерный удар. Поздней ночью ты придешь ко мне домой, твои слезы разбавляет алкоголь. Я укрою тебя, дождусь, пока уснешь в телефоне, спрошу от нее звонок. Да, кому сложно играть вот эти 6 ударов вниз, при этом, напоминаю, мы их играем не полностью, как бы полноценный удар по 7-4 струнам, нет, мы как бы его сокращаем, укорачиваем. И так получается, что чаще всего я играю первые 3 струны, то есть 4-ю очень редко. Кто понимает, как это более-менее играть, играйте вот такой вариант. Кому сложно, просто играйте удар вниз на каждый аккорд, кто только начинает у нас играть. То есть получается... Поздней ночью, та-та-ти-та-на-на-на, ля-ля-пам-пам, чё-то там алкоголь, не понимаешь? Разбор на укулеле. Также у нас играется тем же самым боем вниз, вниз-вверх, вниз-вверх припев. То есть мы также повторяем, ничего нового не происходит. А там еще у нас будет кода, мы ее так называем. Там, где «посчитай гудки, я не возьму». Вот эта тема ее любимая, завывальная. Там же мы также будем играть бой с припева. То есть вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Давай покажу сразу на деле, как это будет. «Посчитай гудки, я не возьму. Посчитай гудки, чтобы уснуть. Посчитай гудки, я не возьму. Песня у тебя и будет выглядеть. Если тебе понравился этот разбор и ты научился играть песню Доры, младшая сестра, то поставь свой лайк. Если ты хочешь, чтобы в следующем разборе я разобрала именно твою песню, то напиши ее в комментариях, обязательно все прочту. А если ты хочешь, чтобы я увидела твою укулельную игру, то очень просто, берешь любую песню с моих разборов, учишься ее играть, выкладываешь к себе в профиль в Инстаграме и отмечаешь меня, Даша Кирпич, и тогда я тебя замечу, и ты попадешь ко мне в сторис. Все очень просто. А если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот, например, как делают уже эти ребята. За это им огромное спасибо. Они взамен получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Я стараюсь. А мы пишем? Ма.
Да, мы пишем. Так, секундочку, простите. Да мне не нравится эта нота, давай еще раз, три. Не можешь, ничего не можешь. Мальчишки!